Всем привет, с вами Олег Цукерберг. Я уж заебался, если честно, записывать этот обзор, ну точнее не обзор, а так скажем, просто рубрика «Во что поиграть», так скажем, да, то есть в этой рубрике я показываю просто игры, как бы ничего особо в них не рассказываю такого, ну и сам, в принципе, их впервые запускаю, но эту игру я уже запускаю, наверное, раз в десятый, потому что каждый раз, когда я нажимаю на фрапсе «Остановить», точнее на бандиками остановить, игра просто виснет, и он ничего не сохраняет. До этого я записывал обзор, где-то он шел минут 5, потом минут 6, потом минуты 4, потом я хотел просто подвести итоги, но всякий раз у меня просто улетала эта игра и тормозила все подряд. Поэтому я никогда вам не советую играть в эту игру. В общем, игра называется «Малевич». Как видим, она USA Today. Всего две кнопки «Play» и Out. Нажмем play. Музыка однообразная. Смысл игры, точнее не смысл, а особенность, да, игры, то, что вы двигаете не объектом, вот так вот, а двигаете полностью локацией, то есть вправо-влево, и у вас поворачивается сам экран. Ну и смысл игры, это, конечно же, как вы уже поняли, забраться как можно выше. Опять же, если вы, например, бухой, или вы с бодуна, то вы просто не сможете играть в эту игру, вас просто вырвет, вы заблюете всех и вся, кто рядом стоит просто, ну, потому что я, как бы, сейчас сел, поиграл минут 5, и меня уже мутит, и я просто не хочу играть в эту игру, поэтому я вам ее просто не советую играть даже. Ну и в общем, давайте я сейчас сделаю вот так, я зависну где-нибудь вот тут. Вот смотрите, как я высоко уже забирался. Кстати, я до этого так высоко не забирался. Вот, в общем, я вот здесь вот остановлю все это дело. С вами был Олег Цукерберг. Рубрика «Во что поиграть?». Никогда не качайте эту игру. Подписывайся и ставь лайк. Всем пока.